Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы продолжаем играть в игру 911 Оператор. Так, ну что, мое дежурство начинается. Мы с вами в городе Майами. Город довольно большой, так что приступим. Так, что у нас тут? Всякие шпаргалочки, это нам не нужно. А вот и мои ребятушки. Так, подождите, это нам не нужно. Оставляем это все как есть. Бронежилеты есть, собаки есть. Угу. Системный терминал у нас тоже есть. Так, ну мы с вами, не знаю, будем добавлять технику или нет. Полиция, тут спасатели и пожарные. Так, а что у нас по сотрудникам? Полицейские только доступны. И один пистолет. Да, не густо. Не густо, конечно же. Ну, а что делать? Денег у нас нету. Купить мы ничего не сможем. Ладно, ребята, сегодня у нас произойдет массовое мероприятие. Музыкальный фестиваль. И для безопасности нужно 3 полицейских, 2 медика и 1 пожарный. Да, неплохо, неплохо. Вот он, музыкальный фестиваль у нас здесь. Постоянное присутствие экстренных служб. Концерт продлится до конца смены. Вот так вот. Вот мне сменка задалась, ребята. Вы не забывайте, что у нас будет здесь 2 смены. Я так понимаю, утренняя и ночная. Так, давайте сюда, значит, пожарную. Значит, нужно еще нам отправить полицейскую машину. И... по идее, надо нам медиков с вами туда отправлять. Где у нас медики? Ох, как вы все тут разбросаны-то у меня, а? Не нравится мне это. Очень не нравится. Так, давай-ка ты, наверное, вот сюда пойдешь. У тебя все-таки там... Погоди, я не эту хотел, ладно. Я не думал, что их там 2. И здесь 2. Что-то они все в кучку стояли, поэтому так вот вышло. Давайте отправим ее. Без медиков нам тоже никак. Ну что же, начинаем наше дежурство. Поехали. Оу, я уже слушаю музыку. Так, новое сообщение у нас. Требуется медицинская помощь. Человек упал с лестницы и повредил себе ногу. Ядрёна вошь, как далеко тебе придется ехать, а, братишка? Так, и у нас новый звонок, ребята. Давайте-ка мы вот эту лучше отправим. 911, что у вас случилось? Здравствуйте, я хотел бы пожаловаться. В моей квартире невыносимо громко. Окна просто сотрясаются от шума. Пожалуйста, сделайте с этим что-нибудь. Угу. Так, какой шум? Каков источник шума? Да вы шутите, тут даже думать не надо. Это все так называемый музыкальный фестиваль. Такое ощущение, что там не имеет никакого представления о настоящей музыке. Так, ну что же. Я ничего не могу поделать, сэр. Фестиваль проводится в рамках закона. У организаторов есть все требуемые разрешения. Мы не можем закрыть фестиваль только из-за жалобы и шум. Прекрасно, просто прекрасно. И нормальные люди должны постоянно терпеть этот шум. Что должно произойти, чтобы это безумие прекратилось? Мы останавливаем подобные мероприятия только в случае угрозы безопасности. Пожалуйста, будьте терпеливы. Фестиваль проводится лишь раз в год. Он закончится через пару дней. Терпеливей? Да вы сами послушайте этот шум. Сэр, вы занимаете экстренную линию. Я уже сказал вам, мы ничего не можем сделать. Что за... Ну, да, игнорируем. Так, что у нас тут новое? Вечеринка по соседству стала слишком громкой. Похоже, там есть наркотики. Ага. Давайте-ка мы сюда направим с вами полицейских. Это дело обязательно нужно проверить. Так, мотоциклист. Мотоциклист, кстати, быстрее едет, смотрите-ка. Но он там один у нас. Смотрите, на вечеринке у нас пока все нормально. Народ веселится. Ну и нам спокойно от этого. Новое происшествие у нас, значит, здесь все разрешается. Так, в ожидании. Поступило сообщение о горящем доме. Опасные вещества замечены не были. Так, один медик и пожарный. Давайте вот так вот сделаем с вами. Что-то вы долго тут, больно, а?
Занимайтесь-то ей. Все, закончили они у меня. Так, еще наверху одна пожарная машина. Надо будет это запомнить. А здесь как? А, все, закончили. Человек накачался наркотиками и находится в критическом состоянии. Давайте отправлять туда медиков. Хотя надо было, наверное, бы и полицейских, да? Мало ли, что там учудит. Ох, как долго вы там тушите-то, а, ребята? Видать, серьезное палево. Офигенное музло играет. Туса в разгаре, как говорится. Так, происшествие. Произошел эпилептический припадок. Необходима медицинская помощь. Хорошо, медики, давайте. Едьте. Так, пьяный водитель попал в ДТП. Нужна полицейская машина и медики. Блин, а медиков-то у меня здесь нету. Оу, а если отсюда вырвать? Попробовать, а? Ничего не случится? На пару секунд-то. Да что такое? Там еще одно сообщение у нас. Ну-ка, что здесь? Человек? Так подожди, это у нас было. Я уже начинаю путаться. 911, что у вас случилось? Здравствуйте, вы можете сделать что-нибудь с этими придурками? Где они? Они у меня под окном. Пожалуйста, опишите, что именно они делают. Ведут себя как звери. Просто крушат все вокруг. Сколько там людей? Не знаю, там целая группа. Может, 6 или 7. Вы не могли бы назвать точный адрес? А, да. Авеню 152. Кто-нибудь пострадал? Нет, не думаю. Помощь уже в пути, машины скоро будут. Хорошо, спасибо за помощь. О, ребята, началась жесть. Так, где тут, куда, чего, не пойму. Вы тут закончили, нет? Блин, еще нет. Давайте, я даже не знаю, едь сюда. Необходим полицейский транспорт, это для вечеринки. Черт, а он у меня занят. Вот это я попал, ребята. Ну сколько ты будешь его арестовывать там, а? Целую минуту. Вот тебе да. Не надо было мне выдергивать все-таки. Так, пускай проверит он по-быренькому у нас. Ёлки-палки, посмотрите, тут на мосту у нас. Две полицейских вмешательства нужно. Да что тут опять? Так, значит, сделаем так. Я врезался в другой автомобиль. Здесь нужны пожарные. Так, вот сюда езжай. А он не может, да? Мы не можем этого сделать, пишут. Черт подери. Завал у меня, ребята, происходит. Полнейший причем. Полицейских нужна целая куча, а у меня их просто не хватает. Ох-ох-ох-ошечки. Давайте разберемся поконкретнее. Так, здесь у нас что? Да почему вы не можете все это разрешить-то, а? Стопорнули они почему-то, никаких действий не делают. Так, на вечеринке пока тихо. Ладно, здесь нужны медики. Так, давай езжай сюда, проверишь этого наркомана, который там накачался. Здесь тоже ситуация разрешается, но нужны опять же медики. Под обстрелом нужно подкрепление. Ядрёна вошь. Один из фанатов тяжело пострадал, находясь рядом со сценой. Уху-ху-ху-ху. Медицинская помощь нужна. Блин. Все, по-моему, я тут провалился по полной. Блин, пожарка не хочет выезжать, ребята. Она не покидает свое место, понимаете? Пишут, мы не можем этого сделать. Так. У нас сейчас в данный момент на паузе. Все на экстренных случаях. Так, ладно, этого мы, наверное, вот так сюда отправим. И тут еще, ё-моё, ДТПшка произошла. Так, тут две пожарные, нафиг нам нужны они? Тут бы и двух машин вполне бы хватило.
Так, давай на вертолете тогда вот сюда. Я думаю, что он быстренько долетит. Что-то даже не двигается, по-моему. А, у нас медленная скорость, ясно. Так, обнаружено ДТП с участием пьяного водителя. Ну, это понятно. Главное, что на вечеринке пока все спокойно. Может быть, все-таки мы с вами разрулим здесь эту ситуацию? Вы сами прекрасно видите, какой тут попадалово. Так, пьяная компания совершила нападение на билетного контролера. Еще не легче, а? Давай, езжай сюда. Блин, они не могут это сделать, потому что ждут скорую помощь. У меня мотоциклист мой, блин. Фак. Завал полнейший. Нет, эти ребята отсюда никуда не уедут, по ходу дела. Слушаю, да, я знаю, что ты меня слышишь. Но покинуть свое место он не покинет. Так, пешеход попал под машину. Еще лучше. Тут нужен и полицейский, и медик. Опупеть просто. И еще и звонок. 911, что у вас случилось? Здравствуйте, слушайте внимательно. Я обнаружил бомбу на фестивале. Здорово просто, да? На музыкальном фестивале? Хорошо, где бомба? Поищите около сцены. Хорошо, вы видели, кто оставил бомбу? Нет, не видел, я просто нашел ее. Я не хотел бы раскрывать, кто я. Что-то как-то подозрительно все это. Хорошо, сэр, я уведомлю офицеров, работающих на фестивале, и вышлю отряд пожарных и скорую. Спасибо. Значит, фестиваль будет приостановлен? Это будет зависеть от организаторов и главного офицера. Хорошо, но помните, нет необходимости рисковать человеческими жизнями ради какого-то дурацкого фестиваля. Хорошо, службы в пути, они скоро будут. Хорошо. А мне почему-то показалось, что это тот чувак звонил, которому вечно не нравилась шумиха. Ну, знаете, просто так, подшутить. Хотя он прекрасно знает, что мы его вычислим и накажем в случае, если это все не так. Давайте вот так вот сделаем. Нечего там простаивать машинам. Ё-моё, а тут-то что? Авария. Тут тоже авария, причина неизвестна. Давайте сюда медиков отправим, пускай они хотя бы тут с ранеными разберутся. Иначе они тут не разойдутся у нас. Так, давай-ка вот сюда, раз ты у меня свободен, проверяй. Полицейский, ты... А, он все медика ждет, он без медика здесь ничего не сделает. И не покинет свой пост. Машину оставили на дороге, она мешает проезду. Да ё-моё, сколько тут всего, а? Сбит пешеход. Это обнаружила у нас пожарная машина. Возвращаемся в больницу. Ага, скорая помощь у нас полностью забита. Три пассажира. Ее сейчас трогать нет смысла. Пускай разгружается. Так, вот сюда нужно. Да нам дофига куда нужно. Один из участников фестиваля забрался на электрический столб и не в состоянии спуститься. Возможно, опьянение. Зашибись, а. Вот чудило. Человек упал с лестницы. Ё-моё, машину поставили на дорогу. Все. Ладно, ну не будем опускать руки, ребята. Я все-таки оператор, нужно как-то справляться. Один из фанатов тяжело пострадал, находясь рядом со сценой. Понятно. Да уйди ты, не мешайся мне. Не видишь, что ли, я работаю. Так, а что у меня тут скорая стоит, а? Просто так, прохлаждается там. Давай, едь сюда, быстрее. Так, вертолет справился здесь у нас. Вот сюда лети. Необходим медицинский транспорт, просят они. Это вот здесь. Так, понятно, будем знать. Медики, ну давайте тогда вот сюда. Едьте. Кстати, у меня уже скоро смена закончится. Я еще... Сколько у меня там? Репутация 9 всего. Так, давай сюда езжай. Разрули там ситуацию, как говорится. Смотрите-ка, вертолет хорошая штука. Очень быстро добирается до нужной точки.
Надо это запомнить. Обнаружена давка. Ёлки-то палки. Так, езжай сюда. Я уже забыл, если честно, кто куда направляется. Пипец. Так, давайте-ка тогда вот так вот сделаем. Женщина подверглась сексуальному насилию. Нужен полицейский и медик. Так, в ожидании ставим. Пока. Я вообще здесь не могу разобраться, что происходит. Просто какая-то куча. Так, полицейские у меня закончили. Это хорошо. Тут пишут, медицинский транспорт нужен. Мы закончили. Поехали в больничку они. Нападение на контролера. Давай вот сюда езжай, потому что там уже за тебя все сделали давно. Так, это упал с лестницы, значит, повредил ногу себе. Да понятно, что медики возвращаются в госпиталь. Все это понятно. Необходим медицинский транспорт. Блин, с медиками завал, так же, как и с полицейскими, а? Да как ты далеко поехал-то сдавать, ё-моё, больного этого? А, ну поближе нету больнички, понятно все. Так, передозировка у них тут обнаружена. Так, а почему ты... А, ну да, все нормально. Едет как раз на вызов. Нападение на контролера. Так, медик, у тебя еще место одно есть. Иди-ка вот сюда заедь, проверь. Так, тут нужен полицейский. Тут сбит пешеход. Тут полицейский транспорт нужен. Под обстрелом, нужно прикрытие. Жесть, блин. Так, а что, у нас вечеринка закончилась, я смотрю? Да, ребята. И, кстати, когда я разрулю сейчас с этими ситуациями, будет закончена моя смена. Она уже давно закончилась, просто мне нужно завершить здесь все дела, чтобы продолжить. Так, в ожидании, здесь у нас пусто. Вот вся основная заваруха у нас вот на этой части карты, там вообще ничего не происходит. И хорошо. Так, медики подъезжают. Сейчас они, в принципе, завершат миссию. Давай-ка вот сюда, наверное, мы отправим, да? Блин, под обстрелом нужно подкрепление. Ладно, что у нас тут из отрядов? Так, это в пути. В пути, да, он едет, все нормально. Этот патрулирует. Этот тоже в пути. Ну, в принципе, все заняты своими делами. Свободных, я так понимаю, никого нету. Кто бы здесь просто дурковал. Хотя патрулирование есть, есть. Так, давай-ка мы тебя вернем вот сюда. А тебя вот сюда, наверное, да, ребята? Или... Я даже не знаю, куда. Тут под обстрелом подкрепление нужно. Это уже полицейского надо направлять, по идее. Фу, они закончили, едут в больничку, отлично. Молодцы просто. И у нас осталось всего два инцидента. Сейчас медик сюда подъедет и туда. И все, мы разрешим эту ситуацию. Так, понятно, медики возвращаются в госпиталь. Слушайте, я, наверное, ребят, думаю, что вам ничего из этого не будет понятно. Вы будете смотреть просто и просто охеревать. Как я сам. Хотя я играю, охереваю, блин. А как на это все смотреть со стороны, ума не приложу. Как это все выглядит. Так, обнаружено изнасилование. Вот мы как раз туда-то и едем. Так, что у нас тут? Отлично, ребята, наша смена закончилась. Один в тюрьме. Так. Половой акт в публичном месте. Так, штраф получили 8, 15 госпитализировано, погибло 0. Так, мы с вами получаем 33 тысячи баксов. Ага, так, ну что же. Надо нам с вами, наверное, добавлять транспорт, потому что у нас сейчас будет уже другая смена, но опять же в этом городе. Так, два полицейских есть. Значит, можно взять полицейскую машину, по идее, да? Так, это... Как нам ее добавить? Я уже забыл. Нет, так не прокатит. А, может быть, новый отряд? Во, другой разговор.
Так, берем вождение 80 на первое место ставим. И тебя уже вот сюда. Отлично. Так, сотрудники. Кого тут можно у нас нанять? Смотрите, не зависит от того, какие у них статы, стоят они все равно одинаково. Значит, особо выбирать нам не придется. Так, иди сюда. А ты, Лара, вот сюда пойдешь. Снаряжение. Давайте купим два автомата. Так, хорошо. Два бронежилета. Ну, пока, наверное, на полицейских мы остановимся. Давай, одевай. Так, бери автомат. Ты тоже у меня, Лара, бери автоматик и бронежилет. Так, и пистолет. Вот сюда сделаем. Пожарник у меня тоже, кстати, не особо тут, я смотрю. Так, давайте пистолет еще вот этому додадим, как говорится. Так, техника. Новый отряд. Давайте медицину еще добавим, потому что вы сами видели полный завал там у нас. И надо покупать вот этого однозначно. Гарсия. Ну и вот этого. Пускай так будет. Вождение 88. Ты идешь у меня на первое место как водитель. Ты у меня как помощник. Все. Надо купить пару аптечек, я думаю. Раз, два, хорошо. Давайте вот так вот сделаем. И вот так. Чтобы быстрее лечили. Иначе там все это затянется у нас на долгие-долгие часы. Так, это у нас куплено, аптечки есть. Так, ящик с инструментами. У нас всего 10 тысяч. Для устранения препятствий. Ну, это завалы, машины там есть убирать. В общем, ремкомплект. Ладно. Снаряжение полиции, тизер нам пока не нужно. Так, собаку я бы взял бы, если честно. Но, ай, не хватает денег. Ладно, все. Защитные костюмы раздаем своим пожарным. Денег у нас больше нету. Значит, нечего больше нам расставлять. Так, а тут у меня вообще медики без всего. Ёлки-палки, а. Только полицейские очень хорошо у меня экипированы. Остальные так себе. Так, ну я понял, да-да-да, что здесь у вас будет фестиваль. Это у меня уже вторая смена получается. Так, давай сюда. Так сделаем. Полицейских отправим. И медик нужен, медик. Медика возьмем, наверное, вот этого. Все, в принципе, можно сказать, все у нас на местах. Этих сюда чуть-чуть поближе сместим. Так, первая машина. Вот тут будет у нас где-то вторая. А, тут их даже три. Ну, давайте вот в этот райончик отправим. Скорую тоже вот сюда поближе, потому что вся заваруха будет именно здесь кучковаться, возле этого фестиваля. Скорая, скорая, блин. Оу, пожарная, иди-ка сюда, поближе. Чё там так далеко стоишь-то? Так, и одну, наверное, мы заберем вот на этот участок. Как бы, наверное, ребята, и все, можно начинать дежурство. Так, ожидаем, ожидаем, чего тут сейчас будет. Сообщение. У женщины украли сумку. Подозреваемый сбегает. Черт, а у меня здесь полицейских нет. Ё-моё, вертолет. Давай вертолет, быстрее. Догоняй этого подозреваемого. Так. 911, что у вас случилось? Нам нужна помощь, немедленно. Здесь парень на берегу, он не двигается. А откуда вы звоните? Мы на Drive 193. Вы видели, как пострадавший добрался до берега? Нет, он уже был здесь, когда я нашел его. Хорошо, есть ли какие-то видимые повреждения? Его нога опухла, покраснела, а еще на коже странные синие нити. Это хреново, ребята. Я вышлю скорую. Пожалуйста, оставайтесь с ним до прибытия службы. Конечно, я подожду с ним. Синие нити. Это хреново, ребята. Видимо, может быть, кто-то его ужалил. Так, здесь что у нас? Так, полицейский нужен. Нифига там чувак в алкогольном опьянении управляет транспортом. Срочно перехватываем.
Нападение на офицера полиции? Нифига тут. Припухли бандосы. Так, тут через... Все, секунды остались. Готов, огурец. Подожди, а почему... Не понял я. Здесь нужен медик и полицейский. Семейка ссорится у нас тут. Так, полицейский сейчас догонит. Так, водитель странно управляет. Понятно, это мы уже читали. Тут поймали машину у нас. Под обстрелом, нужно подкрепление. Да у вас же там и так 4 человека, ё-моё. Какое вам еще там подкрепление, блин? Ага, закончили, отлично. Вечеринка по соседству стала слишком громкой. Похоже, там есть наркотики. Это нужно нам проверить, ребята, обязательно. Так, найден пострадавший с кровотечениями. Нападавший неизвестен. Пускай везде проверяют, все обсматривают. Отлично. Медики у меня. Да куда вы едете? Давайте вот сюда. Срочно, у вас еще место есть там для двоих. Автомобиль едет против движения, создавая опасность лобовухи. Ого. Так, громкая вечеринка, там разберутся. Преступник в тюрьме. Давайте догоняйте этого чувачка. Против движения он попер, а? Хмырь. Самый умный думает, что ли? Так, эти закончили, отлично. Далеко-то не уехал, а? Схватили все-таки его. Тут что у нас? Два подозреваемых со спецоборудованием пытаются вскрыть банкомат. Да вообще припухли уже, а? Давайте, ребятушки мои, быстро там его накумарьте. Так, звонок у нас, ребят. 911, что у вас случилось? Здесь змея, уберите ее отсюда, немедленно. Где змея? Откуда вы звоните? Мы на Стрит-132. Кто-нибудь укушен? Нет, слава богу, никого не укусили. Хорошо, мисс, сохраняйте спокойствие, пожалуйста. Не паникуйте, змея, возможно, не опасна. Надеюсь. Вы знаете, что это за змея? Вы можете ее описать? Мне не очень хорошо видно, она свернулась и не двигается. Маленькая такая, черная, с белой головкой. Так, давайте, наверное, немедленно отойти. Сохраняйте спокойствие и немедленно отойдите. Не паникуйте, аккуратно двигайтесь назад и оставьте змею. Хорошо, мы отошли от змеи. Слушайте, это у нас вот здесь происходит. Давайте, пожарные, это, по-моему, по вашей части. Смотрите-ка, разруливаем потихоньку ситуации. Так, под обстрелом, нужно подкрепление. Ёлки-палки, давай, вертолет, иди сюда. Будешь прикрывать. Так, медики, вот сюда идите. Человек упал и получил перелом. Давайте, езжайте. Помогите там с переломом человеку. Сколько тут? Что-то как-то долго не решает эти проблемы-то у нас. Неопытные, видимо. Так. Был зафиксирован проезд на красный цвет. Ничего себе, откуда там выехал. Ну, я думаю, что он далеко не уедет. Сейчас мы его там тормознем. Вот здесь, конечно, долговато что-то у меня, ребята, мутят. Давай, 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 скорая, быстрее. Подъезжай. А ты, наверное, вот сюда перебирайся, да, ребят? Их тут все равно две. Одна нам пригодится вот здесь вот. Так, что тут дальше? У кого-то в толпе случился приступ паники. Опа. Поймали чувачка, докатался на красный свет. Так, обнаружен перелом. Медики мои там помогают. В принципе, все довольно хорошо идет у нас. И со всем мы справляемся. Да, эта смена у нас прошла на редкость хорошо. В отличие от первой.
Так, закончили, нет? Мы закончили. Все. Они освободились. Давайте сразу вот сюда едьте. Человек упал с лестницы. Возможно, наличие тяжелых повреждений. Вот как раз и будут помогать. Блин, ну ты молодец. Нашел, куда в ближний свет ехать. Ё-моё, а? Неужели там госпиталя нету поближе? Ладно, фиг с ним. Раз уж приехал сюда. Так. Вечеринка по соседству стала слишком громкой. Похоже, там есть наркотики. 911, что у вас случилось? Вы должны помочь ей. Она говорит, что ее грудь как будто раздроблена. И она не может дышать. У нее сердечный приступ. Где это произошло? На улице. Вы не могли бы назвать адрес? Да, конечно. Бульвард 187. Угу. Она принимает какие-нибудь препараты? У нее есть хронические заболевания? Подождите. Я нашла какие-то таблетки у нее в сумке. Что мне ей дать? Поищите нитроглицерин. Ищу. Не могу, черт, в сумочке нет ничего такого. Что еще можно сделать? Да, по-моему, скорую надо ждать, блин, я не знаю. Подождите скорую, машина уже в пути. Хорошо, я подожду вместе с ней, пока. Ладно, фиг с ним, давайте туда направим с вами скорую помощь. Главное, чтобы человек выжил. Авария, никто не пострадал, однако водители разговаривают на повышенных тонах. Понятно, это конфликт. Так, тут у нас как? Ну, идут дела, потихоньку, но идут. Оплата штрафа 500 баксов. Неплохо мы ему закатили. $500 штраф, ядрёна ложь. Но самое главное, что у нас пока все под контролем. Мы за всеми успеваем. Всех подбираем, арестовываем, лечим. В общем, все как надо. Причем на вечеринке у нас водитель странно управляет транспортным средством. Возможно, опьянение. Так, давай-ка проверим вот этого вот чувачка. Что там чудит? Главное, что немножко осталось. Сейчас уже закончится у нас смена. Так, у нас ситуация разрешено 16, репутация 37. Обалденная репутация, ребята. Так, что за задание? Проезд на красный свет. Так, ну что, давай, наверное. Подожди. Вертолет, лети за этим чувачком. Фига он там. Ухарь, на красный свет проехал. Так, здесь нужна что у нас? Полицейская машина, что ли? А, нет, смотри-ка, закончили. Все, чувак догонялся. Его поймал вертолет. Кто-то сорвал пожарный гидрант. Улицу начал заливать. Ну, это у нас МЧСники занимаются этими делами. Так что, скорая, пожарная машина уже поехала туда разбираться с этой ситуацией. Так, вертолет закончил дело. Замечательно. Все, ребята, сейчас подойдет время, и наша смена закончится. И я вам скажу одно, что очень и очень хорошо. Денег заработали немного, но все-таки какие-то есть. Копеечки. Так, давайте-ка сюда все поближе. Мы закончили. Закончилась вечеринка наконец-то, ё-моё. Так, вот последнее задание тут. Гидрант. Закрыть. И... Давай. Да, закончилась смена, ребята, у нас. Ух, общая прибыль у нас с вами 38 400. В тюрьме 5. Так, погибло. Один все-таки у нас погиб человек, а? Угу. Новый город нам, ребята, доступен. Сейчас, как обычно, у нас все это загрузится, карта. И мы посмотрим. А вот эти вот подсказочки, в принципе, очень даже хорошо, что они придумали. Симптомы инфаркта. Многие из вас знают симптомы, не знают, вот читайте. Пригодится, может быть. Ну что же, наверное, будем с вами закругляться. Но хотелось бы прочитать, что у нас за город будет новенький такой. Давайте-ка посмотрим.
Сведения. Альбукерке расположен в штате Нью-Мексико. Город был основан испанскими колонистами в 1706 году, однако активно начал расти лишь в 20-м столетии, когда стал связан с легендарным шоссе 66. Расположением Альбукерке обязан удивительно хорошей погоде в этих местах. В среднем здесь около 310 солнечных дней в году и сухой мягкий климат. Тем не менее, у этого города есть и темная сторона. Один из самых высоких показателей по количеству преступлений, связанных с насилием. 9,28 преступлений на 1000 жителей ежегодно. А в 2015 году в городе было зафиксировано более 30 тысяч имущественных преступлений. Население 556 495 человека. Поддерживайте положительную репутацию, и все у нас будет хорошо. Ну и что у нас имеется в наличии? Хочу просто глянуть. Для проформы, так скажем. Да, ребята? Угу. Ёлки-палки, блин, они у меня забрали все снаряжение, а? Вот гаденыши. И денег-то дали всего 2000. Вот плешивые. Ну ладно, ребята, на этом я буду завершать это видео. Всем спасибо за просмотр. И если что, пишите в комментариях, стоит дальше продолжать или нет, или вам этого хватило. А на этом все. Всем пока. До скорых встреч. Удачи вам, ребята.